Что касается работы прокуратуры облУВД, вот у нас вопросы, допустим, есть по торговле наркотиками. В частности, в аптеках продают препараты Катерпин. И далее содержащие. Если кому интересно, у нас есть факты. Мы можем прямо сейчас проехать в аптеку на пересечении улицы Грязновой, проспекта Ленина. Аптека низких цен. Можем свободно закупить, там с вами произвести контрольную закупку, если это интересно. Если МВД об этом не знает, или прокуратура. А по моему мнению, они об этом знают. И крышуют это. И крышуют. Точно так же игровые автоматы. Здесь уже наши побратимы говорили о нашей борьбе с игровыми автоматами.